Политика меня абсолютно не интересует. Может, я приду к этому лет в 30. Сейчас у меня, ну, нет никакого интереса, кто там у власти. Я не знаю, как выглядит президент моей страны, как его зовут, в принципе. Никогда не голосую там на выборах. Ну, не знаю, почему меня это не интересует. Может, так с детства воспитания такое было, что всем было, в принципе, плевать.